Здравствуйте, это из... Это Honkai Star Rail, это новой версии. Я. 2-3 вроде бы, да? Ну, новый баннер, само собой, светлячок, Firefly, да, это погнали, первая десятка. Первая десятка мимо. У меня проблемы с пониманием выпадения пятизвездочных персонажей или старая или какая-то, не знаю. Вторая десятка. Вот вроде бы не то, да? Да. Третья десятка. Так, четвертая десятка. Пятая десятка. Шестая десятка. Так, шестая десятка, говорю же. Седьмая десятка. Ну, что-то я это до конца выходу иду. Восьмая десятка. Ну вот. А на вопрос. Что это? Давай, игра Firefly, и мы расходимся. Вот. Отлично. Есть еще как бы Run May, который Run May. У меня есть 20 обычных сначала, можно их сначала крутануть. А. Ну ладно. Так тоже сойдет. Только что это такое? Так. Ну ладно, сойдет. Так-то можно попытаться Жуан Мэй выявить, а почему бы нет? Вперед! Why not? Вторая десятка. Третья десятка. Четвертая десятка. Пятьдесят. Шестьдесят. Семьдесят. Семьдесят. Ну, у меня в магазине вроде бы нету ничего, да? Чисто теоретически есть 13 русских. Можно, почему нет? 80. Давай игра, Run May. Дополнительные награды есть. Могу даже персонажа выбрать. Логичнее было бы выбрать какую-нибудь там броню, да? Я не спорю с этим, да? Но я, наверное, выберу Вельта, потому что у меня нет Вельта и Гепарда. Да, вроде бы. Не туда я смотрю. Из базы данных
это нет персонажей, да. Да, у меня нет гепарда и вельта. Наверное, вельта взять. Потому что щиты я все равно... Я не знаю, я недооцениваю ваши щиты. А вельта я возьму. Так. Они же снизу, да. Ну и как бы это вот как бы два, как бы один, как бы два. Нет, секунду. Ё-моё. Вот теперь. Да. Как бы один, как бы два, как бы три. Но пока, ну всё. Да, всё, пока что, да. Да-да.